It's delicious. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Подлючка, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Салам алейкум, братья. Ребятушки, сегодня у нас, как и обещали, будет очень сложный, пресложный мод, называется It's Me моды. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем сложное прохождение. Погнали. Сейчас нам будет очень-очень весело, я надеюсь, вам эта ночь запомнится на всю свою жизнь. Ой, так это девятая ночь, девятая, вы представляете? Сейчас я укакаюсь, короче. Сразу на дверях стойте, не отходи. Давай я закрою, потому что чувствую, сейчас ты сольешь катку нам. Так, давайте включим... Опа, опа-па. Включим сразу Фокси. У Фокси рука опущена. Телефон надо взять. Hello. It's... Ладно. Не буду говорить. Ой. Оба, закрывайте, закрывайте. Закрой. Ай, баба. Да блин, я, видите, хотел подставить свое туловище. Чтобы нас прикрыть, да? Чтобы нас не убили. Да, да, ну не получилось что-то. Ой, тут обидно стоит. Ребята, напишите в комментариях, сможем мы пройти или нет. Когда будет желтый приходить Golden Freddy, надо как-то выбегать. Я забыл этот мод скачать на звуки из-за Гусанька. А что я? Что? Так что все пишите в комментариях, Гусанек виноват. Он этот, как он? Сначала я молодец, а теперь виноват. Да, да, все даже пишите, Гусанек этот, забыл мод. Шарлатан. Да, кстати, мы на него одно время говорили шарлатан, ну что он обманывал нас на модах, теперь у нас Гусанек шарлатан. Шахрай. Ладно. Так, стой, не открывай там двери, не открывай. Тут стоит, видишь? Или пиздрик? А че он черный? У меня текстуры, может, не прогрузились? Или он такой есть? У тебя он тоже черный? Там Golden Freddy стоит в центральной. Осторожно, пацаны, может к нам прийти. Ты давай этого, Фокси лучше включай. Да блин, давай я включу, отойди. Да, а что этот? Что делать, если все такие вот скримаки вылазят? Во. Фокси руку поднял! Ёкала-манекала. Так, ну давайте проверим, будет ночь продолжаться? Ой. После я такого, что выжил. Мы сделали... А Саня выжил. А, идёт, Санёк красав. Да я знал, что он выжил. Открывай двери эти правые. Нет, правые. Нет. Ой. Можешь открывать. Чаще всего мы с правой двери умираем. Вот я не знаю почему, но так как-то оно сделано. Она проклятая какая-то. Проклятая дверь. 15 Freddy's. Так, ты за Фокси смотришь, что у него рука опущена. Молодец, молодец. Блин, такие скримеры прикольные. Кстати, их раньше не видел. Там фиолетовый парень только что стоял. Да? Да, возле Фокси. Фокси руку не поднял? Нет. Смотри, Балун Бой стоит. Если мы сейчас двери просто откроем здесь, мы их больше закрыть не сможем. И скорее всего, что мы сольемся. Это 99,9%. Прощай. А что? Не, я не умер. Молодец. У меня вторая жизнь. Кстати, пацаны, отображается время 2 часа ночи. О, хорошо. Еще, кстати, батарейка нормальная. Ну, кстати, не сила еще, ни капельки. Мы вообще так молодцы. Я вижу время. Ну, мне это время, в принципе, не нужно, но ладно. Давай следи за временем. Спасибо тебе, спасибо, вот этот гениальный человек, кто с нами играет, ты молодец. Ну честно, я ее открыл, там поньки не было, я подождал 5 секунд, а он все равно... Нет, Гусанек, это все, пишите все в комментариях, Гусанек виноват. X2. Не забудьте добавить X2. Гусанек виноват. Да уйди. Балунбой жестко атакует, это с той целью, чтобы мы реально потом не смогли закрыть двери. Он хочет семечек, перевить конфеток. Смотрим. А у Фокси рука поднята. Так, скажи, закрывайте дверь, я иду сам. Или не поднято, блин, за ухом не видно, вроде как поднято. А ты ему за ухо загляни. Да не могу. Ну ладно. Ой. Да блин, смотри, скримеры кидают, один за одним. Так, ну у нас пока все хорошо. Там той Бонни стоит, кстати, это ЛТВ. Переключу на плейграунд, мне надо проверить марионетку. Да я и переключу камеру. Ой. Я пойду проверю. Опа! Да, у нас, пацаны, текстуры не прогруженные! Очень странно, что они черные, они эрорные. Я такого еще не видал. Ой, хорошо, что я вышел. И че, я проиграл? Я только зашел. Пацаны, клацайте шкатулку! Клацайте быстрее шкатулку, она сейчас вылезет.
О, залазит, залазит назад. Давай, давай, давай. Блин, вовремя я зашел. Еще, ребята, чуть-чуть, и мы бы слились. Давай, жми, жми, жми. Только пальцы залезли в коробку. Дима, сори, я там тебя оставил, пиццерии. Все нормально, я за шкатулкой слежу, что все было. Ой, по красоте. Тут Фредди стоит за Динамос. Вот это жесть, пацаны, залазит, залазит. Фокси руку поднял. Блин, надо идти пацанам помогать. Эй, кто там летает? Я буду бить. Ай-яй-яй. Ну ты вообще, конечно. Так, пацаны, я был на разведке, шкатулку надо клацать. Энергия у нас, скорее всего, часа 4. Ой. И при том у нас сейчас энергия кончится. Вот, видите, что творится. Не открывай, не открывай. Да, я проверю, есть там кто-то или нет. Так, там стоит Бонька. Опять он здесь стоит. Но он стоит не возле двери, он стоит возле угла, поэтому не убьет. Клацает шкатулку, потому что она очень быстро вылазит. А, марионетка здесь. Да ладно, как она здесь? Он же клацает. Ну она вот, у меня... Ого, ой, ой, дай зайду, дай зайду. А чего вы все жопы свои? Ой, молодец, их убила, а нас нет. Да как такое может быть? Фокси успел, короче, рукой цапануть. Так, ты камерщик, отойди, ты неправильно камеру включил. А ну на марионетку. Можно... Она там наполовину. Короче, ребята, кто написал, что мы пройдем эту ночь, мы ее не пройдем. Дим, верь в нас. Так энергии мало, еще раз, вот смотрите, там пиписечка буквально. Маленькая такая. Кто камеру переключил? Это я переключил, хочу включить другую. Это она сюда, то в этом месте, то в том. Ой. Ого, что это за фиолетовый чилипиздрик двухдэшный? Открой, я побежал к марионетке. А что будешь делать? Да, пацаны сольются, просто сольются, а я уйду от них. Я тоже уйду. Я хочу прожить. Вылазит шкатулка, вылазит. Очень быстро вылазит. Я так понял, что никто не жмет? Втроем. А чего вы все втроем здесь? Прощай, один ушел по красоте. Так, я боюсь подходить. Так, это у нас Фредди за голову держится, обиженный. Вот это не атакует, а с 5 часов. Осталось еще немножко, и мы сможем пройти. А иди попробуй, он уже не дамажит, иди проходи. Не, иди ты. Не, 5 секунд проходит, он не дамажит, иди. Не, я не хочу. Да не будь, ну серьезно, зачем мне врать тебе? Она тоже, кстати, не дамажит. Проходи. Братик-то зажали, а он... Так, я сюда пройду. Так, близко не подходим. Фокси руку поднял. Я посмотрю, как он бежит. Сейчас, ребята. Ого! Это наш игрок отлетел за километр. Это было жестко. Опа. Ой. Энергия села. Так, мы прошли? Мы прошли. Ура. Не, у меня 5 часов утра показывают. Мы не прошли, наверное. 5 часов. Время еще не сбилось. Вот это атаки идут, ребята, но мы почему-то не сливаемся. Это очень странно. И чё? 5 часов. Время стоит. А я закрыл дверь, кстати. А, значит, ночь началась? Я ничего не понимаю, почему время отображается. И, кстати, аниматроники атакуют. А меня убили. Значит, ночь идет, и сейчас будет конец ночи. Ну мы это не прошли, я так понимаю. Ну как мы ее прошли, если мы слились миллион раз? Это же логично. Она идет, походу. Блин, они орут на всю карту. Они какие-то эти, звери. На, ну зачем ты подходишь? Так, ну давайте еще подождем, будет время идти или нет? Голден. Голден убивает только? Да. Остальные не убивают? Не. Ну я знал, да. Да, точно? Ну смотри мне. Голден только в притирку убивает, на расстоянии не убивает. Можешь подойти со спины. Я пошутил. А все, время не идет. Все, мы не прошли, тупо в 5 часов вечера мы слились. Блин. Вы представляете, ребята, вот кто написал в комментариях, что мы пройдем, видите, мы не смогли, вот такие мы рахиты. Блин, это было сложно. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.